Сегодня мы будем говорить о финансовом обеспечении всех церковных программ. Почему? Потому что за все отвечает серебро. Почему? Потому что за все отвечает серебро. Почему? Потому что за все отвечает серебро. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. Они предложили ему 30 сребреников. Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Почему? Потому что за все отвечает серебро. Почему? Потому что за все отвечает серебро. Почему? Потому что за все отвечает серебро.